Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Kinder Toys. И сегодня у нас тематический микс, посвященный популярной кукле Барби. Будем открывать различные сюрпризы, свитбоксы, пакетики, пластиковые яйца и сердечки, а также различные киндер-сюрпризы. А вы любите Барби? Тогда ставьте лайк под видео. И первый сюрприз откроем — коробочку свитбокс Барби профессии. Пакетик с игрушкой и пакетик с мармеладом. Всего в этой коллекции 6 фигурок. Барби такая разная, совсем как ты. А какие у тебя таланты? Мне попалась Барби профессия ветеринар. Мне нравится помогать животным, я знаю много пород собак, а ты? Очень милая фигурка Барби, которая лечит маленького щеночка. Игрушка пластиковая, стоит на подставке. Сделана качественно. Киндер-сюрприз Барби и другие игрушки. Попалась сборка. Серия украшений для девочек. Пластиковая брошка в виде звезды. В середине у нее красивый камушек. Ее также можно использовать как кулончик, а также хранить в ней записочки. Теперь давайте откроем вот такое пластиковое яйцо Барби. Здесь у нас вот такие конфетки в виде браслетика. И есть вкладыш. В этих яйцах очень большая коллекция. Попадаются браслеты, значки, магнитики, кольца и наклейки. Попалась вот такая наклейка с прикольным песиком на скейте. А также вот такой резиновый розовый браслет. Здесь у нас силуэт Барби, поцелуйчики и надпись Барби. Есть застежка в виде сердечка. Вот такой браслетик. Теперь давайте откроем пакетик Барби. Стильные браслеты плюс жевательные конфеты. Два браслета внутри. Большая жевательная конфета со вкусом клубники. И два браслета, красный и голубой. На браслетах различные надписи и рисуночки. Барби Глэм. Гаргеус Фаб Шоппер. Фаб Шоппер Барби. I'm a doll. Браслетики резиновые. Давайте откроем еще один киндер-сюрприз. Может быть, в нем попадется Барби. Но, к сожалению, тут опять сборка. И опять та же серия украшений. В этот раз попалось пластиковое колечко в виде сердечка с камушком. Также его можно использовать как кулончик. И хранить в нем записки. Теперь давайте откроем огромное пластиковое яйцо размера XXL. Собери всю коллекцию стильных брелков от Барби. Всего их 6 штук. Вот такой картонный брелочек с изображением Барби. И есть ленточка. Также тут есть вот такие конфетки. И еще капсула с игрушкой. Собери ослепительную коллекцию Барби. Всего 6 игрушек. Барби с пышными волосами в розовом платье с блесками. Стоит на подставке.
Довольно маленькая игрушка для такого огромного яйца. Давайте откроем еще один свитбокс Барби профессии. Мармеладик и игрушка. И теперь попалась Барби по профессии фотограф. Я подскажу тебе, как сделать классную фотосессию. Хорошего качества фигурка Барби с фотоаппаратом в руке. Наверное, делает классную фотосессию. Стоит на подставке. Свитбокс всегда радует качественными игрушками. Теперь откроем вот такое прикольное сердечко Барби. Сердце равно аксессуар плюс наклейка плюс конфеты. Наклейка в виде фиолетового сердечка с Барби и песиками. Ага, тут точно такая же коллекция игрушек, как и в маленьком пластиковом яйце. Ух ты, какая большая тут конфета. Целый кулончик и цепочка. Интересно, вкусная? И мне попался вот такой значок. Ветеринариан, Барби ветеринар, лечит песика. Но теперь-то мы найдем основную серию. Не подкачай, киндер-сюрприз. Нет, к сожалению, сборка. Серия колечек. Набор разноцветных пластиковых колечек. Теперь давайте откроем вот такой пакетик. Ни разу не открывал такие сюрпризы. Барби Пэтс, первая серия. К сожалению, в пакетике отсутствует вкладыш. Вся коллекция нарисована вот здесь, но ее заклеили переводом. Так что можем посмотреть только на игрушку. Ух ты, какой милый песик! Он лежит на специальной подушечке. Лапка тут. На голове у него прикольный фиолетовый бантик с блесками и голубое ожерелье. Классные длинные ушки. Сама собачка флакированная. Хотелось бы посмотреть на всю коллекцию, какие еще там песики есть. И в конце давайте откроем вот такую троечку киндер-сюрпризов 2014 года. Здесь точно будет одна гарантированная игрушка из серии. Смотрите, какая красивая обложка у киндеров. А вот сами они немного помялись. Серия на Тунс «Животные Юга». Всего в ней 8 игрушек. Коала, кенгуру, страус, панда, утконос, тигр, пантера и крокодил. Мне попалась кенгуру. Представляете, она может прыгать на целых 10 метров. Вот это круто. Вот такая пластиковая игрушка. Мама кенгуру. А из ее сумки выглядывает кенгуренок. Открываем следующий киндер. Серия «Мелки динозавры». Вот такой прикольный синий пластиковый динозавр. С гребнем из мелков. Два цвета, синий и желтый. Ну и в этом киндере должна быть гарантирована серийная игрушка. Сейчас мы это проверим. Да, серийная. Серия Барби профессии 2013 года. Всего в ней 9 игрушек, 8 разных Барби и вот такой браслетик.
не попалась Барби-актриса. И она, похоже, хорошо сыграла свою роль, так как получила за это Оскара. У нее красивое красное платье в блесках. А внизу она заканчивается тканевым цветочком. Выглядит очень классно. Игрушка стоит на подставке в виде буквы «Б» – Барби. Качество игрушки отличное. Вот такие игрушки мне сегодня попались в Барби Миксе. Какие-то из них классные, какие-то похуже. Больше всего мне понравился, конечно, вот этот прикольный песик. Очень классный. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.